Нет, мы не стали глуше или старше. Мы говорим слова свои, как прежде, и наши пиджаки темны все так же. И нас не любят женщины все те же. И мы опять играем временами в больших амфитеатрах одиночеств, и те же фонари горят над нами, как восклицательные знаки ночи. Живем прошедшим, словно настоящим, на будущее время не похожим, опять не спим и забываем спящих. И также дело делаем все то же. Храни, о юмор, юношей веселых, в сплошных круговоротах тьмы и света, великими для славы и позора и добрыми для суетности века. Это стихотворение было написано 60 лет назад 20-летним молодым ленинградцем. А сегодня этому самому ленинградцу исполнилось бы 80. И в знак благодарности за его творчество сегодня я прочитаю два его стихотворения, одно из которых вы уже услышали. Кстати, привет! Это «Камчатка» с Александром Петровым. Культуртрегером быть легко и приятно. Пока пьяный охлас блюет в канавах, пока пролы грязными руками крутят гайки на немногих до сих пор работающих заводах, я сижу дома в уютном кресле и читаю хорошие книги. Вам никогда не стать такими, поэтому завидуйте и слушайте. Назвал ли я имя этого поэта? Нет, не назвал. Имя этого поэта Иосиф. Фамилия его Бродской. Иосиф Бродской родился в 40-м году века минувшего, умер в 96-м году века минувшего. У меня в руках его первый том сочинений. И второе обещанное стихотворение Бродского, которое я прочитаю в память о нем, это 39-я глава поэмы «Шествие», романс для крысолова и хора. Шум шагов, бой часов, снег летит на карниз. Если слышишь приглушенный зов, то спускайся по лестнице вниз. Город спит, спят дворцы, снег летит вдоль ночных фонарей. Город спит, спят отцы, обхватив животы матерей. В этот миг над карнизами кружится снег. В этот час мы уходим от них, в этот час мы уходим навек. Нас ведет крысолов. Крысолов вдоль панелей и цинковых крыш. И звенит, и летит из углов светлый хор возвратившихся крыс. Вечный мальчик, молодчик, юнец, вечный мальчик, любовник, дружок. Обернись, оглянись, наконец, как витает над нами снежок. За спиной полусвет, полумрак, только пятнышки, пятнышки глаз. Кто б ты ни был, подлец или дурак, все равно здесь не вспомнят о нас. Так за флейтой настойчивей мчис, снег следы заметет, занесет. От безумия забвеньем лечис, от забвения безумия спасет. Так спасибо тебе, крысолов, на чужбине отцы голосят. Так спасибо за славный улов, никаких возвращений назад. Как он выглядит? Брит или лыс? Наплевать
на прическу и вид. Но счастливое пение крыс, как всегда, над Россией звенит. Вот и жизнь пронеслась. Вот и город заснеженный мглист, только помнишь безумную власть и безумный уверенный свист. Так запомни лишь несколько слов. Нас ведет от зари до зари, нас ведет крысолов, крысолов, нас ведет крысолов. Повтори. Между прочим, очень актуальное сегодня стихотворение, потому что времена в России почему-то не меняются. Есть у нас и безумная власть, и ее безумный уверенный свист. Сегодня Иосифу Александровичу Бродскому могло бы исполниться 80 лет. И мы повторяем и строчки Александра, вы понимаете, о чем я, и строчки Иосифа. С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи, только когда придет вам помирать, бугаи, будете вы хрипеть, царапая край матраса, строчки из Александра, а не брехню Тараса. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится слушать хорошие стихи. А ежели вам нравятся всякие Губерманы с Иртеньевыми Рабиновичами, ставьте дизлайки. Обязательно пишите комментарии под роликом. Мне взаправду интересно, что вам хочется сказать после того, как вы посмотрите на мою рожу и послушаете то, что я тут вам нес. А ежели вы на моем канале впервые, то для того, чтобы не пропускать в будущем новые видео, коль скоро вам стал интересен мой канал, выполните, пожалуйста, рекомендации, которые сейчас появятся в правом нижнем углу кадра. Ежели вы их выполните, вы не будете пропускать новые ролики на канале. Вот эти рекомендации. Делайте, что там написано. Сделали? Очень правильно вы сделали. До свидания.